Про большое кино, когда вы говорили, вы что-то уже конкретно, есть какой-то замысел, то есть у вас... У меня энное количество замыслов, но посмотрим, удастся ли их реализовать. Мне бы хотелось... Вы знаете, я так скажу вам. Я человек, который принюхивается к миру вокруг и идет на запах. Вот в тот момент, когда я внутренне почувствую, что вот пора, uh-huh. я пойду, и там все будет. Uh-huh. Я это всегда знаю, и так всегда и происходит. А если запаха не чувствую, то я просто вот, надо пойти в кино. Нет, так, uh-huh. так не случится. Я не чувствую все пока, я не чувствую, что создался момент, я не чувствую, что меня где-то ждет это пространство сейчас, вот куда мне надо идти. И я не чувствую в себе абсолютной потребности, необходимости сейчас именно туда идти. Поэтому сейчас я просто учусь.